10 многодетных семей Цивильского района получили удостоверение, которое подтверждает их статус и дает ряд льгот. Вручили документы на форуме молодых семей. В 2018 году в Цивильском районе появилась 171 новая семья. Родилось почти 100 первенцев. 106 семей стали называться многодетными. И на сегодня в Цивильском районе многодетных семей 526. В марте многодетным семьям Чувашии начали выдавать удостоверения, которые позволяют получать ряд льгот. К примеру, со скидкой или бесплатно посещать спортзалы, катки, бассейны. Теперь предъявлять такую корочку смогут еще 10 семей Цивильского района. После торжественного вручения участники форума смогли получить консультации психологов, юристов и других специалистов. Очень много льгот они имеют, но некоторым, даже многие семьи не знают, какие льготы, как пользоваться этими льготами, куда идти, кому обратиться. Вот у нас сегодняшняя цель нашего мероприятия сегодняшнего, чтобы разъяснить, куда им обратиться, какие вопросы, как можно решить. Форумы для семей в ближайшее время должны пройти и в других районах республики. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика.